Ребята, я в шоке. Сейчас сел в машину, и у меня такая хрень приключилась. Смотрю и не понимаю. Как это? У меня отпало зеркало. Сегодня не так уж и жарко, я бы не сказал, что жарко. Но, блин, я в шоке. То есть вот крепежка. Там он что-то провалилось. Двадцать лет он ездил. Тут зеркало отвалилось. Зеркало отвалилось, ребята. Я в шоке. Пишите комментарии, у кого такое было. Сегодня от силы градусов 20 на улице, не больше. Сколько машины стояло на жаре, и такого не было. А, я вообще в ахуе. Как ехать сейчас? Кто-нибудь ездит? Вот водители грузовиков, я знаю, не пользуются таким зеркалом. Но я как-то привык на него смотреть. И мне его будет не хватать. Черт побери. Так, друзья, что я сделал? Я приклеил его на двухсторонний скотч фирмы 3M. Что еще было делать? Нужно было ехать сейчас без зеркала. Я себя почувствовал очень неуютно на дороге. И вот, каким образом, значит, сейчас это выглядит. Вот было место, видно очертание, где была, значит, эта железка приклеена. Я поднял сейчас зеркало немножко повыше. Мне всегда казалось некомфортным тот факт, что зеркало слишком низкое, оно загораживает и так небольшую площадь обзора эксплорера. Сейчас, как видите, зеркало стало повыше. Нормальненько так все видно. Ну, значит, двухсторонний скотч. Здесь вот видно. Пока что проехал где-то километров 15 по городу, не отвалилось. Нормально держится. Так что все хорошо решилось. Еще прикол. Когда я ехал с отвалившимся зеркалом, я остановился в небольшой пробочке на светофоре. И слева от меня стоял какой-то крутой черный кроссовер большой. А сзади мой коллега по работе, Димон, стоял на своем Рено Сандеро. Я открыл боковое стекло и взял зеркало, и прям с зеркалом высунулся. Вот так вот высунулся назад, посмотрел, махал Димону и кричал: «Димон, смотри, у меня зеркало отвалилось», держа в руках зеркало. Краем глаза я заметил какое-то движение слева, и внедорожник, который стоял слева, черный, оказалось, что чувак думал, что это я ему машу. Он приподнял стекло и смотрел, и потом я показал ему, сказал: «Вот смотри, зеркало отвалилось». Он так улыбнулся дружелюбно, в общем, ну, поржали. Потом, когда я увидел, что эта машина, значит, когда мы тронулись, я увидел, что это за машина, я, честно говоря, прифигел. Это оказался Mercedes GLE. Это такой кроссовер, который был, просто говоря, слямзенная идея, мне кажется, у BMW X6. Такой крутяцкий кроссовер, типа BMW X6, такого форм-фактора. Но, как мне кажется, покруче будет. Покруче все-таки будет автомобиль. Не знаю, сколько он стоит, лямов 10, наверное. Вот. А человек так просто улыбнулся мне по-дружески, когда показал ему свое отломившееся зеркало от 20-летнего эксплорера. Так что вот такой позитив. Я был очень рад. Потом позвонил Димону, говорю: «Слышь, какой прикол», говорю, «видел, чувак из тачки подумал, что это я ему показываю, как у меня зеркало отпало». Но нормально, все поржали, зеркало приклеили на место. Только на позитиве, друзья. Подписываемся на канал, ставим лайки, будет еще много интересного. Бонус видео, ребята. Установил подсветочку в салон. Хотел давно подсветить низ ног и решил все-таки не ставить индивидуально на каждую сторону, а поставил вот такую вот посерединке. Сейчас увидите. Включаем зажигание. И вот так вот подсветочка загорается. Ну, это у меня температура КПП. А подсветочка выглядит вот так. Диодная полоска наклеена. В темноте она светит. И на центральный туннель, чтобы видно было, какие сумочки здесь стоят. И на ножки. Вот такое бонус-видео. Всем пока.